130 кленов посадили в Птицеграде на улице Маслиева. В рамках акции «Лес Победы» здесь уже появилось 60 саженцев, лип и берез. И вот новые посадки. Саженцы безвозмездно предоставил питомник «Экоплант». Благотворительные акции «Аллея славы», организованные этим питомником, прошли в 15 городах, включая Сергиев Посад. Сейчас как раз погода благоприятствует для посадки деревьев. Ну а если у нас начнется период, значит, как бы жарко будет, если, то, естественно, будем следить и поливать. Молодогвардейцы и учащиеся аграрного колледжа, всего около 100 человек, посадили клены за пару часов. Как отметил руководитель посадского отделения молодой гвардии Ирина Ширяева, в этом году молодежь активно участвовала в субботниках и посадке деревьев. Они бережнее относятся к природе, они чувствуют себя важными, нужными, что они чувствуют, что они сделали какое-то важное и доброе дело, что теперь им осталось только построить дом и вырастить сына. Жители Птицеграда происходящим переменам рады. Говорят, боялись, что этот участок земли станет очередной стройплощадкой. Посаженные пару недель назад деревца уже дали почки. Надеются, что и клены приживутся. Вообще я хочу сказать благодарность этому составу, вот новому составу правительства нашего районного и городского, потому что у нас был забытый Богом край Птицеград. И вот только в этом году мы почувствовали, что администрация на нас обратила внимание. Очень хочется еще больше. Значит, чего хочется от администрации? Значит, вот мы писали, мы каждый год обращаемся, у нас нет внутриквартальной дороги, все одни ямы. Пока здесь запланирован только ямочный ремонт, но птицеградцы ратуют за капитальные работы. А еще мечтают о благоустройстве будущего парка. Лавочки и малые формы здесь будут не лишними, убеждены они. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, программа «События».